Всем привет, вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я буду снова мариновать вот такой очень красивый острый перец, но уже буду я его мариновать целиком в баночке. Так что скорее же начинаем. Понадобится мне вот такой острый перец, обычная вода, уксус, соль и сахар. Подробный рецепт и граммовка будет указана в описании к видео. Хвостики вот такие, таким образом отрезаю. Чтобы маринад лучше проникал в перец, сделаем такие небольшие наколы. Теперь плотно, аккуратно упаковываю в баночку все перчинки. В кастрюлю наливаю литр воды. Теперь уксус. Сахар. И теперь соль. Маринад закипел, заливаю в банку. Заливаю и оставляю на 15 минут. После того, как перец постоял 15 минут, снова сливаю в кастрюльку и довожу до кипения. Ну что, маринад снова закипел, теперь заливаю в банку и плотно закрываю крышку. Все, перец залитый маринадом, закрыт крышкой плотно. Теперь перцу нужно хорошо остыть и хранить где-то месяц-полтора. Через месяц можно попробовать. Так что всем советую этот рецепт. Очень вкусный перчик получается. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. А я прощаюсь. Всем пока!